приветствую всех на моем канале. Меня зовут Федренко Юрий Андреевич. Я преподаватель высшей категории по классу саксофона. У меня 19-летний педагогический стаж на сегодняшний день. Обучающее видео я снимаю для тех, кто очень хочет играть на саксофоне, но у него нет возможности заниматься с преподавателем. Данный инструмент является королем джаза. Он очень сложный, но при этом он также очень интересен. Он богат своим звуковым духовным миром. Вот. Лучше всего начинать обучение на новом инструменте. Если он не новый, вы должны каким-то образом убедиться в том, что он полностью технически исправен, и у вас не возникнут проблемы во время игры. Среди новых инструментов я советую приобретать стандартные модели, недорогие, японского производителя фирмы Yamaha. Самые такие недорогие модели — это YAS-23, YAS-26, YAS-280. Вот. Это стандартные недорогие ученические модели. После покупки в магазине вы можете сразу на них пробовать играть, и у вас никаких проблем в принципе не возникнет. На начальных этапах первоначальной игры на саксофоне я вам рекомендую не суетиться, взвешивать каждое действие. Главное — система и упорство. Систематически, каждый день, по чуть-чуть продвигаться, и вы достигнете вершины мастерства игры на саксофоне. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.